16 по 20 сентября ГАИ по всей Минской области проводит профилактическую акцию «Пешеход». Дежурные экипажи инспекторов ДПС в дни акции будут дежурить вблизи наиболее аварийных участков дорог. Кроме того, на этой неделе проверят также, как водители предоставляют пешеходам преимущество в движении. Если водитель не пропустит пешехода, ему грозит штраф от 1 до 5 базовых величин. За нарушение ПДД пешеходу грозит штраф от 1 до 3 базовых величин. А если пешеход не трезв, то придется заплатить уже 5 базовых. С наступлением осени значительно сокращается видимость на дороге. Водителям в темное время суток уже не так легко заметить пешехода издалека. Поэтому, чтобы обезопасить себя, стоит использовать при движении в темноте световозвращающие элементы.